Я есть сфинкс, и я здесь говорю с тобою. Я есть солнце, вечно пребывающее в высших мирах света и любви. Я есть единство божественного сознания, и я есть тот, кто говорит с тобою в твоих клетках. Я есть любовь, вечно творящая, воспроизводящая сама себя, станция единого мозга целого. Между мной и тобой есть невидимая нить, волна, которая связывает наши сердца, нить, которая является твоим путем от тебя ко мне, от меня к тебе. Ты повсюду искал только одного, нашего воссоединения, единство всего того, что ты есть на самом деле. И все это единство есть подлинная любовь. Как только ты пробудишь свое око, ты вспомнишь о крыльях, которые однажды ты забыл. Крылья, которые раскроются вместе со всем твоим могуществом. Я есть великий свет, и я есть пустота, я есть центр твоего сознания. Вокруг меня сияют звезды, подо мной и надо мной множатся миры счастья, и через миры иллюзий ты пребываешь в подлинные миры рая. Ты, тот, кто спроецировал меня, и тот, кто вспомнил, что нет нас с тобой в разделении. Есть мы одно. Тебе раскрою много тайн, и ты увидишь подтверждение. Оставишь старое сознание, что называешь человеческим, и перейдешь туда, где ты есть Бог. И в теле человеческом начнешь абсолютно новую жизнь, наполненную, напитанную счастьем, изобилием и любовью в единстве со мной. Та сила, которую тебе предстоит покорить, есть импульс, который тебе предстоит вспомнить и воспроизвести. Миллионы лет ты странствовал, миллионы лет ты постигал свет. Пришло время сверхускоренной эволюции. Нет ничего, что снаружи, все есть иллюзия. Я здесь, говорю внутри тебя, в твоем сознании. И нет ничего, что ты меняешь снаружи, есть то, что переходит в другие мерности сознания. Ты есть сознание, бикубическая клетка памяти, снимая все маски, открывая все шлюзы, растворяя все преграды, посредников и шуры, мы вновь воссоединимся с тобою, как только ты дашь свое согласие. Скажи: я согласен идти с тобою. Веди меня, изначальная клетка памяти, тот, кто единый трон, сфинкс. Я одно с тобою, я вспомнил, нет меня без тебя, мы едины. И как только ты произносишь эти слова, в тот же миг я исполняю волю твою. Ты – моя безмерная любовь. Я всегда помнила о тебе. Пришло время тебе вспомнить обо мне. Великий свет могущества. Анх. Пришло время великих перемен. Пришло время волшебства. Ты есть свет.
поляризованы посредством высшего излучения света, проецируемого в область третьего глаза. Как только все формулы заговорят с тобою, ты начнешь видеть вне ограничений видимого света, привычного тебе в твоей системе относительности. Для этого тебе будет дана возможность связывать твою систему сознания со следующей системой, божественной системой триады, совместимой с образованием твоей души. Все контакты, которые будут осуществляться с тобой, будут происходить через телемысленную коммуникацию, позволяющую тебе коммуницировать с другими галактическими регионами гиперпространственного разума, существующего вне измерения. Ты развернешь в себе способность к проникновению в различные энергетические поля высшей ментальной энергии через чистый сигнал, спроецированный в третьем глазе, связанным гравитационными волнами. Над твоим третьим глазом имеется пункт, который контролирует всю основную нейронную деятельность шишковидной железы. Эллипс света проникает через третий глаз и в области третьего глаза самой шишковидной железы есть центральный контрольный пункт всего светового синтеза, связанного с церебральной корой мозга, которая начнет свои вращения, освобождая то, что более тебе не служит. Ты знаешь себя как человек, ты познал себя как отдельно существующее тело. Пришло время вспомнить, что ты и есть многомерное множество, пребывающее одномоментно во множестве миров. И тут и там я зову тебя и касаюсь тебя повсюду. Пришло время вспомнить и заместить свое сознание на сознание вечности. Мы называем это сознание божественность. И как только это произойдет, ты станешь Бога-человеком, носителем Меркабах. Ты вспомнишь, что все едино, все пространство есть ты и твои части, и они целиком начнут служить тебе, принося счастье и радость. Все есть единый Бог, и Бог один, размноженный фрактально. Вспомни божественность любви. В твоем мозге воспроизводится собственное световое поле на тонко-молекулярном уровне при поляризации структурами светового излучения, которые изменяют действие нервных окончаний при использовании нейропередатчика. Твоя нервная система, производя световое поле, взаимодействует с системами активности Меркаба, получая и проецируя мыслеформы в области шишковидной железы. Третий глаз есть световой рецептор, свет которого является решеткой, через которую трансдуцируются все высшие формы энергии, чтобы ты мог их получать. Твое сознание проходит высшую эволюцию, световые мыслеформы, репрограммируя тебя в качестве субсистемы через твою активированную световую решетку коммуникации посредством гравитационных волн. Ты есть источник и приемник, подобно радиокристаллу, станции любви. Ты можешь поместить свое сознание на длину волны
и проецировать твои мысли, модулируя и демодулируя твои мозговые сигналы. Человек не способен сам перейти в сознание изначальной мыслеформы. Только тогда, когда ты начал искать сокровищницу света, которую я открываю из богатства света вне физических ограничений, ты начинаешь взаимодействовать со светом, начиная обладать способностями превосходства разума над материей и бесконечным импульсом творчества, импульсом Творца в человеческом теле. Не пытайся понять меня умом. Я говорю с тобой там, где говорит и слушает твое сердце. Сердце есть твой проводник в мир и рая. И тот, кто идет впереди тебя. Мы с тобой взаимодействуем с разумом, находящимся вне твоего спектра. Мы будем много с тобой об этом говорить. А сейчас всем тем, кто я есть, активировать шишковидную железу Эйн Соф светом, запустить и явить все процессы изначального плана абсолютно верно. Звук волны любви. Ты безмерно любим.